13 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в Триумфальном зале музея «Панорама Сталинградская битва» 28 кадетов получили свой главный в жизни документ – паспорт. С этим важным событием ребят поздравил начальник Главного управления МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельмошко. Вместе с получением паспорта у вас появляются новые права, обязанности. Обязанности по сохранению российского государства, при умножении достигнутого предыдущими поколениями. Своими успехами в учебе вы подтверждаете готовность быть гордостью России. Желаю вам, ребята, удачи. Будьте целеустремленными, настойчивыми в достижении поставленных целей. Отметим, на территории региона действуют 174 полицейских класса. Юные кадеты выступают примером для подрастающего поколения и растут, чтобы в будущем стать сотрудниками МВД. Анжела Умбетова при поддержке пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. Телеканал «Волгоград-1».